По оперативным данным Минздрава Республики, на 26 марта в Чувашии под медицинским наблюдением находится 487 человек. Единственный зараженный коронавирусной инфекцией по-прежнему проходит лечение в инфекционном отделении больницы скорой медицинской помощи. Состояние его удовлетворительное. В отдельном боксе пациент пробудет до 2 апреля. При отрицательном анализе на вирус его выпишут. Оперативная информация по России размещается на официальном портале stopcoronavirus.rf. Работают горячие линии 8 800 2112 и 8 835 2 58 24 48.